Здравствуйте! В этот четверг будет проявляться эго, и вам захочется сделать все по-своему. Но звезды советуют учиться слушать других. Ну или ограничить взаимодействие. Нежелательно планировать сегодня какие-то важные дела, особенно юридического характера. Потому что результат может быть не тот, на который вы рассчитывали. Лучше провести время с любимым, с детьми. Так будет лучше. И хорошо, если сегодня вы найдете хотя бы полчаса на физическую активность. Даже прогулка перед сном с собакой – уже здорово. А если хочется праздника, потерпите. Завтра появится возможность. До встречи!